Итак, переходим к актуальным сборкам. На ногах экзотическая броня для ног, сияющие танцмашины, позволяющие определенный промежуток времени использовать классовую способность совершать у ворота охотнику. Стазисная ульта охотника с аспектом покров зимы, которая замедляет противника, а в дальнейшем замораживает при использовании классовой способности уклонения охотника. В шлеме установил модификатор-генератор. Активация классовой способности рядом с врагами сокращает время восстановления суперспособности. В классовый предмет плащ охотника я установил модификаторы распределения энергии. Активация классовой способности рядом с противниками сокращает время восстановления всех способностей. В войдовые рукавицы охотника я установил модификаторы усиливающий взрыв и фокусирующий удар. Оба этих модификатора при нанесении урона врагу с помощью гранаты и ближнего боя откатывают классовую способность. Классовая способность охотника – это уворот уклонения. Принцип работы. Для быстрого отката ульты находим врага и совершаем рядом с ним максимальное количество уворотов благодаря экзотической броне для ног, сияющие танцмашины. Дабы откатить ульту, нам нужно откатить классовую способность. Дабы откатить классовую способность, нам нужно наносить дэмэдж врагам с помощью гранаты и ближнего боя. Особенностью верхней электрической ульты охотника является наличие перка «Боевой темп», который позволяет восстановить классовую способность охотника «Уклонение» при уничтожении противника в ближнем бою. Простым языком, уничтожив противника в ближнем бою, мы сразу откатываем классовую способность уклонения, а уже с помощью классовой способности мы быстро откатываем электрическую ульту охотника. Также обратите внимание, параметр интеллект у персонажа я вкачал до сотки, остальные модификаторы без изменений.
В верхней пустотной ветке охотника классовая способность дает невидимость, что очень удобно. Вот такие вот они, пока что не занерфленные веселые штанишки охотника. Всем на этом удачи, всем пока.